Здравствуйте. В эфире программа «Еле-еле» с елкой «Елей». На Альт-ТВ. И с вами у нас в гостях группа «Дышите глубже» Лена Нормальная. Ему похуй! Он трамвай! Он трамвай! Он трамвай! Он трамвай! Так, что означает ваше название, ребят? Что ж она означает? Она что-то означает? Она означает... Объясняй. Ну, в общем, смотри. Надо про... Как вы знаете? Пишите глубже, Лена Нормальная. Легко запоминает, во-первых. Всего-то до глубины. А кто это такая Лена? Это до глубины. Чё? Кто такая Лена? Лена Нормальная. Девушка. Это наша подруга. И почему она нормальная? Это значит, как все происходило. Мы бухали на крыше. Сюдым-сюдым. Лена сказала тупость. Чуваки сказали, подруга, все, лень больше наливать. Вот. И я на это ответил, не-не, чуваки, Лена нормальная. Вот. Потом мы что-то надышались. Да. Чего-то. Так разделить нашу первую песню? Наверное. На водоканале что-то как-то вот. Раскрутили. Ну что-то мы решили. И... Вот глубже, да, нормально. Лирично, по-моему. Давай. Я тут... однажды видел, как маленький щенок грудной еще под эти слова заплакал. Чуть глубже, да, нормально, он зарыдал. Вот. А я видел, как девушка глубоко дышала, и у нее грудь так поднималась. А, это силикон. Ребят, завязывайся. Силикон. Какая у вас идеология? Идеология у нас какая-то была. Вы за права животных, блядь. Ага! Вы за права животных! Вы за права животных, да. Вот, у нас есть друг Фома. Да, вон там бухает. Где-то там, да. И он интимист любит. Вот. Собственно, и все, пусть будет ответ. Итак, ребят, вы сейчас работаете над альбомом. А это правда? Расскажите о нем. Да, мы правда работаем над альбомом. Да, у меня 502 фотографии. Но, да, мы... просто обожаем. Нам, короче, нам осталось записать 6 песен. Вот, и все, собственно. И все, у нас будет 6 песен. Альбом будет готов. Вот, так что ждите. Ребята, шикарные. Итак, я слышал много ваших песен. Итак, я слышала много ваших песен. В каком стиле вы играете? Какой стиль предпочитаете? Мы не играем. Поете. Мы не едим. Ну ладно, в каком стиле вы рубите? Мы не придерживаемся определенного стиля. Мы не гоняем тебя в рамки. Нет, нет. Нам это все не интересно. Что нравится, то и делаем. А сейчас какие стили вы еще собираетесь рубить? Ну, собственно, интернет безграничен. Да. А вы уже выпускали какие-нибудь синглы с альбома и снимали ли клипы? Мы выпускали газы. Хором. Ненавижу. Я совсем не главный их фанат. Это Глеб. Я Глеб. Глеб. У нас, короче, есть... 3 пальца. 4 пальца, Мирон. Я тебе отвечаю. Они просто смотрят. 3 сингла. 4 сингла. 4. 3 сингла. 4. Я снимаю все. И да, мы снимали клипы. Мне звонит мама. Я сейчас приду. Давай, я отвечаю. Итак, много кому известно, что вы уже выступали вживую. И какая была реакция у публики? Ну, я думаю, они остались довольны.
Вот, мы выступали на вечеринке в честь дня рождения Бени, нашего друга, вот, и Валеры. Вот такие дела. Всего лишь две песни, которые никто не слышал. Я думаю, людям понравилось, я не знаю, они там что-то подпевали, кричали. Я хочу от тебя детей. Это все, что я услышал. Я тоже хочу от тебя детей. Кто хочет отметить, ребята? Смысл? Продолжим. Повторите вопрос. Это утверждение было. Ну ладно. Дальше. Итак, я... Я тут подумала. Я знаю, что вы участвовали в хит-парадах города Нижнекамск. И какие места вы занимали, и какие вершины вы еще хотите занять? Первое, второе и все, да? Третье, да. Мы занимаемся. Ну это в разных хит-парадах, естественно. Расскажите поподробнее. Мы охуенно. Короче, каждый месяц в конце. В конце каждого месяца. Поехали. Проводили хит-парады, но сейчас их нету почему-то, все его знают. Мы теряем ее, блин! Вот. Ну и как бы мы выкладывали свои песни. Ну и люди голосовали, мы так отправляли. Продал, да. Ну и с каждым хит-парадом нам становилось это все более падлу делать. Да. И, соответственно, сначала первое, потом второе, потом третье. А потом хит-парад почему-то кончил. Да. Глеб, такой вопрос от зрителей. Глеб, ты зафил? Нет. Коля, слухи, что ты очень любишь животных. Я люблю животных. Они меня тоже. Так, первый вопрос, ты зафил? Нет. Зачем собаку трахать? Вы что-то глупые? Собака друг человека, с друзьями не вроде не говорят. А как же ебегущей? Ебегущей я тебе не запрещаю, я тут при чем? Это личное дело каждого, я гусей не ебал, вроде не собираюсь, у меня девушка есть. Вон там вот за хомутом спряталась клиент. Давай дальше. Итак, ребят, перейдем к серьезным вопросам. Ребят, перейдем к серьезным вопросам. Если будет хуево слышно, то мы занимаемся пиздоболией. Так вот. А тексты вы сами пишете или кто-то пишет за вас? Нам пишет Резник, Noise MC, нам пишет много разных продюсеров известных, там однажды даже, да, Валентин Стрыкл, и мы однажды использовали тексты Есенина вместе с Пушкиным, они изнасиловали время и вместе написали. И чем шести? У нас уже более 700. Да, точно. Ну, более 10-800. Итак, а сколько вы заплатили за ваши трюки? Альберт? Сам договорился, как... Нет, зачем нам? Это, кстати, с диджеем работает полностью оригинальный трек. Да. Ничего не спизжено. Ну, там. Это нововведение в нашем творчестве, то, что мы ничего не спизжили. Так, как редко бывает. Так, ребята, чаще ходят слухи о конце света. Как вы к нему готовитесь? Мы проспали. Однажды, кстати, вот последний раз конец света был. Мы пили кефир с Леркой на крыше. Печеньками, да. Странно, что конец света не наступил. Блять, вот да? Ну мы все умерли, мы подумали. А нет. А как вы относитесь к популярной музыке? Вообще? Да. Он на Нюшу ездил, я ездил на Нюшу, да. На Нюшу. И оператор вот тоже гомосек. На самом деле... Нет, не гомосек. Вот, я слушаю популярных исполнителей, да. И вот певица Нюша, она очень повлияла на мой крик. Это был мой вопрос. Песня, которая называется «Кричать, наверное, не знаю». Вот я там, собственно, кричу, вот она так повлияла. Так и Глеб. А теперь, ребята, расскажите о своей жизни. У меня все заебись. Я гусей не ебу, я не зафил, у меня девушка есть. Да. Только месячная у нее. Альберт, теперь вопрос к тебе. Как насчет поклонниц? У тебя их много? Ой, я даже не знаю. Не считал. Но мы пытались однажды их сосчитать. Они там на асфальте внизу выписали Альберт.
Ну, когда вот мы там сидели, смотрим, там они с голыми этим. Но их было так много, то что мы подумали, то что их много. Нет, ну их несчастное количество. Такое их никто не видит, не снимать хорошо. Только избранные шпионки есть у нас. Блять, интервью было, но. Альберт, а у тебя девушка есть? Нету. Есть окушать? Нет, я свободен. Просто сестру, блядь, скажи, здесь так написано! У него есть сестра, а у меня зубы желтые. Вы, наверное, слышите хихиканье за кадром, это оператор обдолбан. Он бот купил, бот называется Володя и Медведев. Ну все, все, хватит. Итак, ребят, нормально. Теперь напоследок, может, кто-нибудь скажет для ваших поклонников и фанатов. Появитесь. Не помешал мне. Заебитесь просто. Нет, появитесь. Появитесь. Что вас больше ждало? Появитесь. Я думал, появитесь. Я не говорил появитесь. Отличный совет. Итак, на этом, думаю, все. И с вами была программа «Еле-еле» на Alt.TV. До свидания.